Всем большой приветик! В сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим новинки верхней одежды на осень-зиму из модного дома Max Mara. А еще не забывайте оставлять свою реакцию под этим видео, подписывайтесь, если вы еще это не сделали. Всем хорошего настроения и приятного просмотра! Короткая куртка из верблюжьего волокна с меховым эффектом на шелковом фоне. Прорезанные вертикальные карманы, регулируемые лямки на талии. Застежка на две пуговицы. Пальто первое, что приходит на ум, когда мы слышим название Max Mara. Пуховик под пальто. Здесь соединились сразу все трендовые сочетания элегантного и спортивного, удобства и комфорт, стиль и острота. Смотрится необычно эффектно и при этом очень комфортно, создает дополнительное тепло. Пальто из шерсти, альпаки и мохер. Любительницы лаконичных и простых луков всегда найдут идеальное решение в верхней одежде выбора модного пальто в стиле минимализм. Отсутствие декора и ярких акцентов, максимально простой покрой в изящных линиях делает пальто элегантным и безупречным. На протяжении многих лет дизайнеры успешно обыграли все оттенки бежевого цвета, но цветовая палитра представленной коллекции «Осень-зима» значительно шире. Женское пальто выросло на пару размеров. Стиль оверсайз вновь на пике моды. Желание дизайнеров надеть на модниц как можно больше слоев одежды, а чтобы весь этот многослойный образ поместился под пальто, его просто было необходимо сшить с запасом. Самые модные пальто с чужого плеча продемонстрировали бренды, как Альберто, Ферретти, Прада и многие другие. Классический тренч в этом сезоне будет особенно актуальным и востребованным, позволяя создавать великолепные образы для офиса и особых событий.
симпатичная куртка из альпаки и шерсти. Даже вещи спортивной стилистики от бренда Max Mara обладают изяществом и элегантным шиком. Пальто-пиджак любительница модных коротких курток и пальто эта модель приглянется особенно и надолго оставит неизгладимое впечатление. Укороченный облегченный фасон больше подойдет для относительно прохладной осени и для теплой весны. Модели часто дополнены ремешками, которые выгодно подчеркнут стройный женский силуэт. Коллекция известного итальянского бренда – это, конечно же, изысканный и утонченный стиль с элегантной ноткой и всегда актуальной классикой. И, конечно же, достоинство, которое являются качественные дорогие ткани и безупречный крой. Кожаный плащ неожиданно ворвался в модный мир, заняв лидирующую позицию в списке самых желанных вещей для многих представителей слабого пола. Пальто из мясовой шерсти с двойной диагональю и декоративным принтом. Современное пальто перестало быть стереотипным и скучным, как это было еще недавно. Сегодня каждая женщина сможет подобрать для себя пальто по своему вкусу и в том или ином крое, что отвечает определенному вкусу. Наряду с элегантными и утонченными вариантами моделей, свое место в списке популярности тренда верхней одежды заняли модные пальто оверсайз, которые сногсшибательны в своем выполнении. Двухбортная куртка и пуховик с капюшоном. Для леди, у которой практичность верхней одежды стоит на первом месте при ее выборе, стоит уделить особое внимание пуховикам от Max Mara. Длинная куртка-пуховик из стеганой технической ткани с набивкой из гусиного пуха. Модель имеет капюшон на шнурке, длинные рукава и прорезанные карманы по бокам. Oh,
яркость непромокаемой водоотталкивающей технической ткани с капюшоном. Дополнила этот образ двухбортным пальто средней длины из альпаки и шерсти с эффектом плюша. Многослойность осенне-зимнем сезоне – это возможность создавать интересные ансамбли, где самым необычным образом может выступать контраст текстур. Ну и как вы, наверное, уже успели заметить, полюбившаяся многим многослойность добралась и до верхней одежды. Если вы считаете, что пуховик оверсайз вместе с тонкой талией скрывает вашу женственность, пуховик с поясом будет самым удачным выбором. Пальто из альпаки и шерсти. Не самый практичный вариант, но зато как нарядно и красиво. Это как раз тот случай, когда красота требует жертв. Если готовы к ним, обратите внимание. Ну что, на этом шопинг-влог будем заканчивать. Если у вас есть вопросы к нему, пишите обязательно в комментариях, я с удовольствием отвечу. Желаю вам хороших образов, которые вам будут комфортны, и вы будете чувствовать себя в них стильно и заряженно. Всем пока-пока!